Лето закончилось, и пришла пора подвести некоторые итоги. Как выяснилось, в нынешнем году рекордное количество подростков, более 4000, совместили каникулы с подработкой. Администрация Твери подвела предварительные итоги кампании по трудоустройству школьников, и оказалось, что в этом году желающих получить трудовой опыт стало аж в 2 раза больше. Леонид и Антон уже 2-й год подряд приходят на каникулах работать на ЗАО «Хлеб». Сначала казалось, что здесь все непросто, но потом пришел профессиональный опыт. Теперь оба чувствуют себя по-мужски уверенно, зарабатывают деньги, да и вообще очень повзрослели. Платят достойно, рабочий график сам выбираешь. Мой первый опыт работы, в принципе, я до этого нигде не работал. И я вот думал, надо ли мне это, хочу ли я еще работать летом, все же каникулы, хочется и отдохнуть после школы. Но потом подумал, что денежка все же нужна, да и работать тут хорошо, приятно. И вот, решил все же попробовать. В том году первый раз попробовали работать с детьми 14+. Мы так называем, до 18. Хорошо помогал комитет занятости населения, мы в паре работали. В этом году у нас, в общем-то, большое количество, 59 человек прошло при помощи наставников обязательно. Они были помощниками, они приобрели навыки разделки теста, укладки, формирования изделий, упаковки ее. Все профессии те, которые у нас сегодня необходимы. Для работодателя хорошие кадры сегодня на вес золота. Даже несмотря на то, что несовершеннолетние – это большая ответственность, их тоже все чаще берут на работу. К большой программе по профориентации подростков в Твери в этом году присоединились порядка 80 тверских предприятий. Среди них есть и такие, как ЗАО «Хлеб» и Почта России, которые участвуют уже не первый год. Центр занятости населения в Твери направляет подростков, которые желают работать на каникулах. На портале «Работа в России» ребята обязательно проходят регистрацию, размещают резюме и подают заявление на временное трудоустройство. На этом же ресурсе от компании размещаются вакансии с возможностью трудоустройства с пометкой «Для несовершеннолетних». На почте в прошлом году работали 60 подростков, этим летом уже больше 80. С помощью интерактивного портала службы занятости населения Тверской области трудоустроились 3564 человека. Компаниям, которые взяли их на работу, после регистрации будут компенсированы затраты. Вначале было трудновато, потом привык, и вообще отлично. Здесь на самом деле все очень классно и кормят хорошо. Сегодня каждый работодатель уже будет этим заниматься, потому что нужно готовить следующую трудовую смену. Президент Владимир Путин в своем послании к Федеральному собранию сказал такие слова. У нас яркая, красивая, талантливая молодежь и готова она работать на благо страны. Самое главное – создать для них условия, для, чтобы они получили первые уроки в трудовых коллективах. Вопрос, зачем это нужно, конечно же, не стоит. Все понимают, что трудовая адаптация – один из важных этапов взросления и формирования каждого человека. В этом году 600 несовершеннолетних зарегистрировались в Твери как самозанятые. Известно, что еще 400 школьников работали летом без регистрации на портале в Центре занятости. Их взяли на работу 44 предприятия, которые трудоустраивают подростков за счет собственных средств. Те, кто начинает работать со старшеклассниками, продолжают делать это из года в год и говорят, что это дает результат. И таким образом получается готовить новые кадры.